Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». У микрофона Ольга Болезина. Здравствуйте. Депутаты опасаются неравноправия в кировском бизнесе. К этому может привести принятие нового закона о понижении ставок по ОСН. Он дает преференции бизнесу, который зарегистрируется в нашем регионе после 1 января 2022. Авторы объясняют это необходимостью привлечь новых налогоплательщиков и их деньги. В первом чтении инициатива кировским ОЗС поддержана. Однако парламентарии отмечают, что условия становятся неравными для того бизнеса, который сегодня уже работает, и рассчитывают, что ко второму чтению появится компромисс. Сейчас предполагается, что бизнес на ОСН в первый год работы в Кировской области будет платить всего 1% при объекте налогообложения доходы и 3% при работе по системе доходы минус расходы. Программа «Экономика». Что придумывает кировский бизнес в ситуации роста цен и ограничения поставок? Пересмотр цен, отмена скидок и бонусов – не единственное, что предпринимается. Бизнес пытается экономить и даже кооперируется для этого, рассказал владелец сети кофеен «Кофе Лайк» в Кирове Никита Семиларский. В связи с пандемией началось, предприниматели стали больше общаться друг с другом. В каких-то тяжелых ситуациях было непонятно, как действовать. И сейчас также взаимодействуем часто по поиску каких-то альтернативных продуктов. На прошлой неделе искали, где купить дешевле форель. Только благодаря там сообществу вышли на одно производство по интересным ценам. Есть истории, когда мы кооперируемся с тем же зеленым кофе, чтобы привезти там контейнер зеленого кофе. Объединяется прям 5-6 компаний. Перестраивать приходится и другие незаметные потребителю процедуры, даже упаковку продукции, говорит заместитель директора по производству компании «2» Андрея Александр Линь. Перестраиваем процессы. Мы уже сейчас готовим для своих клиентов тестовые образцы и пакетов, и пленок, которые только из российского сырья. Надо сейчас подстроиться. Дело не в ухудшении качества, а изменении технологии при упаковывании продукта. Потолще пленку сделать, она с такими же свойствами будет. Где-то просто геометрию надо изменить, побольше сделать упаковку, она будет такая же. Вот здесь вот отстройка такая, вот таким образом будет идти. Экономика на 101 FM. Далее информация от наших партнеров. Дефицит и подорожание импорта в самых чувствительных сферах тревожит кировчан. Стоит ли запасаться продукцией «Оптик» и опасаться снижения качества жизни? В сети «Оптик» ясно подтверждают увеличение сроков поставок линз и изготовления очков. Это временные сроки восстановятся, когда наладятся логистические цепочки, говорят эксперты. Отсутствие некоторых позиций контактных линз тоже временное и связано с повышенной активностью покупателей в марте. Запасы в Кирове скоро будут пополнены. Кроме того, любые линзы «Оптики» ясно могут привезти под заказ. Из-за санкций в коллекции солнцезащитных очков будет меньше европейских брендов. Но ясно, в этом году нашли для кировчан альтернативы у азиатских поставщиков. Трендовые модели от брендов из Южной Кореи и Китая. Что касается ценовой доступности, то сеть сохранила все привычные скидки. Например, скидка 20% на покупку двух и более упаковок линз или скидка 21% в день рождения. Заказать линзы, растворы или очки можно через группу «Оптик Ясно» во ВКонтакте, через сайт optika-yasno.ru. Акция действует на момент выхода рекламы. Индивидуальный предприниматель Малых Екатерина Олеговна. УГРНП 315-43-45-400-49-65. Программа «Экономика» на 101 FM.